Остановись здесь. Ah!
есть? Остановись здесь. Thank you.
Инос здравствует. Друг или враг? Друг. Тогда входи. Тут хороший шнапс и жаркий огонь. Что ты тут делаешь? Я? Я встречаю воинов, которые приходят извне. И много воинов в пути. Да, тяжелое время, парень. Орки становятся все наглее и наглее. Раньше, как только они высовывали свой нос из пещеры, тут же получали нахлобучку. Между тем, они уже чувствуют себя тут как дома. Их просто слишком много. Что тут есть? Зависит от того, что тебе нужно. Если хочешь шлепнуть парочку орков, здесь ты обязательно найдешь того, кто пойдет с тобой. Конечно, у нас в деревне тоже есть кузнецы и охотники. Они не так хороши, как в других кланах. Но пару-тройку секретов тебе расскажут. Расскажи мне о клане. Мы называемся клан Огня. Что у вас общего с огнем? Вечное пламя Иноса живет в нашей груди и дает нам силы бороться с орками. У нас самые лучшие воины во всем Нордмаре. И орки опасаются нас. Отправляйся в деревню. Нет человека, который мог бы состязаться с нашими воинами в мужестве. Вот увидишь. Да прибудет Инос с тобой. Ты веришь в Иноса? Конечно. Инос показал нам, что есть настоящая сила. Как? Первым королем равнины был один из нас. Инос дал ему силу и власть. Достаточно, чтобы в одиночку захватить равнину. Нет ничего сильнее Иноса, поэтому мы подчиняемся ему. Никаких глупостей, ясно? Слава Инносу! Хочешь пойти со мной на охоту? Позже. Да, это было ясно. Ты, наверное, тоже явился сюда, чтобы крушить головы оркам. Что ж поделать, если меня окружают невежды? Если передумаешь, скажи мне. Проблемы с орками? В Нордмаре холодно? Эти тюфяки расползлись по всей стране. Они грабят наши гробницы. Нападают на наших купцов и распугивают нашу дичь. Только мертвый орк — хороший орк. Вы что-нибудь предпринимаете против орков? Убийцы орков уже в пути. И любой орк, который им попадется, будет забит. Это как-то неорганизовано. Зато очень эффективно. Но если хочешь узнать поточнее, поговори с Кертом. Я слышал, у него есть план. Кто такой Керт? Он наш предводитель. Ему принадлежит большой дом на самом верху, в деревне. Ты можешь научить меня чему-нибудь? Могу. Но это будет тебе кое-чего стоить. Сколько? 10 зубов саблезуба. Они нужны мне для стрел. Вот твои зубы. Тебе понадобится золото? В Нордмаре холодно. Хе-хе, так я и думал. Я отнял это у орков. Расскажи мне что-нибудь об охоте.